Всем привет! Я еду в электричке к Юре Шатунову на Троекуровское кладбище. И я вижу женщин с белыми розами. Я уверена, что они тоже едут к Юре. Остановка автобуса 612. И здесь тоже много женщин с букетами цветов. Иду знакомой дорогой. Здесь мы уже с вами были. Вы можете посмотреть мои первые видео. Я вижу, что уже много народу. Само кладбище открывается вообще-то в 9 часов, но сегодня кладбище открыли намного раньше, потому что знали, что придут много людей. Я уже иду тоже с розами, но розы красные. Я уже объясняла, почему я белый цвет не ношу на кладбище. Так что писать мне про цвет, пожалуйста, не пишите. Меня уже не переделаете. Я однозначно ношу любые другие цветы, кроме белых. Сейчас мне нужно развернуть и найти место, куда их поставить. Но вообще я вижу, что на могиле уже много ведер с водой. То ли это само кладбище организовало, то ли это волонтеры. Вот здесь вот с краешку поставлю. В середку среди белых роз. Ну, что, красиво смотрится. Очень много ведер. Люди все идут с цветами, много свечей, записок, фотографий, игрушек. Меня угостили конфетками. Женщина подошла. Здесь я вижу, есть вот волонтер мужчина, который готовит банки, все ухаживает. Народ все идет и идет. В 10 часов будет панихида. Я пришла немножко пораньше, за полчасика. Это вот фан-группа. Я думаю, что если вы загуглите, то найдете эту фан-группу, если вам интересно. Юра тут. Священник уже пришел, готовится. Я пришла на первую панихиду, а панихиды будут несколько, их будут справлять до 15 часов, чтобы большинство людей побывало на этом таинстве и помянуло Юру. Внезапная смерть Юрия Шатунова потрясла и будоражит до сих пор сердца и души его поклонников. С Юрой у многих ушла частичка детства и юности. Бог создал этот шедевр, поцеловал Юру в макушку и опустил на землю к нам, чтобы мы радовались его песням и слушали. Но Юра очень рано ушел. У Юрия не было никаких званий, но, как видим, люди сами присвоили ему звание народного. Столько людей на его кладбище я нигде не видела. Люди в трауре чтут его память. Очень многие женщины плачут. А вообще, его белые розы исполняют не только в России и не только на русском языке. Саму панихиду я записала отдельным видео. Я не хочу делать одно большое длинное видео. Люди прибывают. Так много поклонников приходят со своими детьми, приходят целыми семьями. Оно и понятно, мы все выросли на его песнях. Это наш кумир был. Нам не забыть его синий глаз, улыбку, ямочки на щеках.
На кладбище я вижу очень много репортеров официальных каналов. И Первый канал, и Звезда, и еще какие-то. Очень многие люди снимают тоже себе на телефон, на память. И также я увидела здесь блогера знакомого. Вот видите, волонтер помогает, убирает целлофан, ставит ведра с водой. Священник пришел с помощницей и помощником. Скоро-скоро начнется панихида. И панихиду, я напоминаю, вы будете смотреть в другом видео. Я думала, что я заняла хорошую позицию, чтобы снимать, чтобы все было видно. Но впереди меня еще встали два ряда женщин. Так что, ну, что смогу, то сниму. Вот так вот свысока. Поднимаю камеру высоко. Люди идут. Как много людей. Первая панихида в 10 часов начнется. Привет, Андрей. Это блогер. Может быть, кто-то смотрит его канал, узнает. Сами догадайтесь. Чтобы все, во-первых, могли все слышать, все видеть и участвовать в панихиде. Все, кто вот стоит вот ко мне лицом, сейчас кто меня видит, сделаем два шага назад. Ну, я говорю, надо дальше. А вот кто стоит за лицом, мыцом, да, грубо говоря, то майку. А ему там тоже ходить сбоку надо. Все-таки вам чуть-чуть вот прочиться и вот так сделать. Да. Им говоришь, но они вот все равно на стуле. Вот, 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 все равно вот. Все с вами собрались, 40-й день по смерти нашего любимого Юрия Шатунова, чтобы помолиться о нем и вознести о нем сугубые молитвы. Как известно в одной поговорке одного христианского народа, как сказал святейший патриарх сербский Павел, когда человек рождается, весь мир радуется, и только он один плачет. А жизнь свою нужно прожить так, чтобы когда ты умер, все вокруг плакали, и только ты один радовался. Смерть – это тоже таинство этой жизни. Мы до конца никогда не поймем, почему вот в этот час, в этот момент пришло это событие. Однако у Бога все живы. И нет такого, что после смерти наша связь с человеком прекращается. Я сегодня, находясь первый раз на этом кладбище, вижу, как много людей, причем самых разных, от мала до велика, здесь пришли, чтобы почтить память, помянуть, помолиться. Кто-то очень близкий, лично знаком был с Юрием, да, с Георгием, как в крещении его звали, и как мы сегодня будем его упоминать. Кто-то, может быть, его никогда не видел, но был с ним абсолютно хорошо знаком, потому что он или вырос на песнях Юрия, он или просто даже когда-то где-то услышал. И только когда человек почил, перешел в мир иной, он о нем узнал. Так или иначе, разные люди, но все сегодня мы собрались здесь ради одного. Ради того, чтобы быть сегодня с ним. Ради того, чтобы не прекращалась та связь наша, которая была прежде.
И вот то общение, ведь у Бога все живы, и эта связь не прекращается. Может быть, кто-то что-то, лично зная, не успел что-то сказать, лично поблагодарить. Может быть, кто-то просто хочет тихо здесь постоять. Но вот то, что ради чего мы здесь собрались, это молитва. Молитва за него. И это единственное, в чем нуждается наш Георгий, потому что сегодня 40-й день, согласно традиции церкви, человеческая душа отходит к Богу. И он особо нуждается в наших молитвах. А это все. Ведь слезно молиться, что словно значит кровь свою проливать за другого человека. И мы сегодня здесь, потому что Георгий, как и прежде, объединял нас, где бы мы ни были. И сегодня он, даже после смерти, продолжает нас объединять. После панихиды священник отец Георгий благословлял людей. Я тоже подходила к нему, он благословил меня. Многие люди уже стали расходиться, но пришли новые люди. Через какое-то время будет другая панихида, будет вести другой священник. Здесь мы видим, интервью берут для официальных каналов. Это значит, что были диагнозы, если вы специально чата, то как вы стояли? Ну ладно, не будем мешать. Все равно плохо слышно, о чем говорят. Это надо совсем близко подойти к ним. На кладбище, конечно, очень шумно, слышен звук машин, дороги и звук газонокосилки, недалеко косят траву, и этот шум очень мешает, конечно. Я вижу людей очень много, причем те лица, которые я уже заметила, они уже ушли, это уже пришли новые люди. Целый день сегодня будет идти народ, побывают на нескольких панихид. Ну а я уже собираюсь домой, иду в сторону выхода. Так, здесь я вижу, священник и его помощница раздают освященные конфеты. Он заранее предупредил, что будет раздавать. Так что подойдем, тоже возьмем. Помяните нашего Юрочку, пожалуйста. И нашего. Ой, и вашего, конечно. Мы же его там заменили. И нашего, и вашего. Все, дали мне кулечек с шоколадными конфетами. Царствие небесное тебе, Юра. Ты там на небесах будешь смотреть на нас и будешь слушать, как мы поем твои песни. Ты будешь всегда жив в наших сердцах.